Всем привет, с вами Андроид, Андроидыч. Меня попросили сделать эмулятор Сиги, а до этого я делал эмулятор Денди на Андроид. Я вот, так сказать, выполняю вашу просьбу. Эмулятор называется Gen Plus Droid, он абсолютно бесплатный. Давайте его запустим, посмотрим, что будет дальше. А самый какой главный момент, для того, чтобы ваши ромы игры запустились, вам нужно их закачать в папку, которая находится, сейчас я вам покажу, где она находится. Она находится, вот я сейчас. Так, где ты уже сам запутался? Вот, папка Gen Plus Droid, когда вы установите само приложение, нажимаете, вот папочка ромы. В нее кидаете все ваши игры, и они у вас будут автоматически запускаться. Ну, давайте посмотрим, что из себя представляет. Ну, мы можем в данном эмуляторе настроить управление, ну, тут много чего можно настроить, качество графики и многое другое. Ну, к сожалению, на английском языке. Вот, у меня подключен джойстик, поэтому я буду играть на джойстике и уберу, так сказать, сенсорное управление. Так, давайте посмотрим, какие вообще игры бывают. Ну, вы наверняка в них играли, я просто так для примера. Ну, давайте первую игру, это, конечно, наверняка все играли, Ultimate Mortal Kombat 3, русская версия. Потому что бывают некоторые игры переведены на русский язык. Управлять очень удобно, это самый лучший эмулятор из всех, который присутствует. Хотя еще и какие-то есть, но я считаю, вот это самый лучший. Mortal Kombat все играли. Я просто уверен. Вот давайте маленький звук прибавлю. Все играли. Давайте я запущу. На джойстике, конечно, играть вообще удовольствие. Вообще в эмуляторе лучше играть на джойстике, потому что очень уж неудобно на сенсорном управлении. Давайте выберем Заб-Зира, одного из самых популярных персонажей в Mortal Kombat. Ну и башни, как обычно. Я две игры, наверное, запущу. Это я, так сказать, просто для примера покажу, как работает эмулятор. И вот игра запустилась. Можно спокойно подраться с различными соперниками. Я сам в эту игру очень-очень часто играл. Многие часы проводил с ней. Можно сказать, покупал Сегу вместе с этой игрой. Вот, так будем играть и махаться вот, с другими, так сказать, соперниками. Это различные комбы и многое другое. Давайте я покажу еще несколько игр, которые тоже вы наверняка играли. Тоже покажу, как они у нас запускаются. Обалденный эмулятор. Так, ну давайте, допустим, вот наверняка многие играли такую игру, как Doom Troopers. Это, так сказать, аркадный экшен. Даже можно сказать шутер, в котором вы бегаете слева направо и боретесь с различными пришельцами или монстрами, которые вам попадаются на пути. Тоже в свое время крутая-крутая игра была для Сеги. И очень крутая графика в данной игре. Вот она, Doom Troopers. Нажимаем, выбираем. Давайте выберу чувака. Сюжет и многое другое. Очень крутой эмулятор. Ну и вот сама игра. Можем с вами стрелять. Хотя различные штуки. И стрелять, и убегать. Также можем атаковать и многое другое с вами делать. Очень крутая, ностальгирующая вещь. Теперь, как я приобрел джойстик, теперь я буду, конечно же, проходить многие игры. Но в первую очередь, конечно, я буду проходить на Денди. У меня больше воспоминаний связано с Денди. И давайте еще какую-нибудь игру тоже запустим. Игра называется Counter Hard Corps. Тоже очень сложная и очень ее сложно проходить. В свое время я тоже не играл и тоже очень долго мучился, чтобы ее пройти. Ну, вы тоже наверняка играли, если у вас Sega имелась. Очень сложная игра. Мечта нынешним контрам. Ну, выбираем персонажей и начинаем с вами. Нам дают, говорят, миссию, какую надо выполнить. Видите, как видите, на русском языке все. Так, ну давай, чего быстрее пропускай. И мы пошли с вами в бой. В общем, если вы не. Если вы не слышали про данный симулятор, что вообще симулятор. Эмулятор. Я не помню, какая кнопка у меня стрелять. А, вот эта кнопка стрельбы. То обязательно советую скачать, тем более он полностью бесплатно, париться не надо. А игры найдите в интернете. То есть легко и просто вы сможете их найти. Вот такой крутой эмулятор Сеги.
Вот. В дальнейшем я планирую сделать обзор на все эмуляторы, которые вообще присутствуют на Андроиде. С вами был Андроид Андроидыч. Всем пока, до скорых встреч.